Оксана, я очень рада, что вы к нам пришли и что вы согласились рассказать вообще, как проходит курс. Сейчас у нас уже третья неделя, сегодня пятница, подходит к концу третья неделя нашего курса «Рестарт себя». И мне просто интересно знать, что вам понравилось, что вам не понравилось, как получается идти, так сказать, пошагово. Какие есть, как вы вообще к этому пришли, к нашему курсу? Ну вот, давайте начнем с того, что как вы вообще нас нашли. Здравствуйте еще раз. Но я искала себе курсы для того, чтобы разобраться со своими страхами, там, обидами, виной. Сейчас просто очень большой такой слой в интернете. Все чему-то учат, все стараются как-то помочь. И хотелось попасть в руки именно специалистов. И я очень много заходила на марафоны такие трехдневные, смотрела, где-то что-то брала, где-то что-то не брала. А на ваш курс я вообще не знаю, каким чудом я попала. Но как-то меня занесло, я быстро зарегистрировалась. Я даже вот сейчас не вспомню, как у меня получилось, потому что там какая-то у вас такая была необычная картиночка, простая, как бы. И потом, когда я зашла на марафон, вас послушала тоже, и вы мне как-то, как-то мне легло на душу, у вас все происходило так легко, непринужденно, как бы не было никакого пафоса, обучения, все как-то вы просто давали, понятно. Ну, не знаю, как-то мне хотелось к вам попасть. Вот. И те задания, которые вы давали, в смысле по времени, приходилось иногда и на работе как бы посмотреть, чтобы попасть по времени на занятия. Но я успевала, потому что, наверное, мне это нужно было. Я хотела узнать эту информацию и, то есть, ничего не пропустить. Хорошо, да, у нас была немножко другая система. Мы как бы сначала пригласили на марафон, да, а потом пошел курс. Но мне сейчас интересно знать именно вот о курсе, который в записи, на который не нужно успевать, то есть вот который идет в то время, когда вы просто, да, то есть вы, во-первых, находитесь где? В закрытой группе каждый день выставляется видео. И вот мне интересно, то есть как вот тут вот, я, конечно, вижу по отзывам, то есть по комментариям, у нас постоянно идет обратная связь. Вообще, как нравится обратная связь от наших экспертов? После марафона, да, я попала к вам на курс, я об этом ни капельки не жалею. По времени на курсе, конкретно на курсе, вообще проблем никаких нет. Ты можешь смотреть в любое для тебя удобное время, делать домашние задания в любое свободное время. Вот, поэтому с этим как бы нет проблем. И информация на курсе еще более глубокая и более интересная. Вот, конкретно для меня я очень для себя много взяла, узнала очень много, особенно очень много я узнала про камни, которые давала Рима информацию. То есть на курсе она дает это все более развернуто, более как бы интересно. Про масла тоже начала пользоваться и маслами. То есть вот именно конкретно про масла я знала, про камни как-то мне даже в голову не приходило, что можно с камнями так дружить, и они могут так помогать. Я об этом узнала вот на вашем марафоне, а сейчас на курсе я узнаю еще больше, и мне хочется даже приобретать некоторые камни и посмотреть, так как я еще нашла только один камень, который предложила Рима, масла, если можно как бы найти, и то не все, то с камнями как-то потруднее. Вот, но результат все равно взаимодействие с камнем, с маслом, то, что дает Рима, как бы он на самом деле есть. Вот. То, что даете как бы вы, техники разные, медитации, они тоже очень откликаются, ничего сложного в них нет. И мне что нравится, что мы пишем обратную связь,
Вот, да, и вы всегда адекватно, индивидуально каждому отвечаете и разбираете проблему лично каждого. То есть вы не пишете в общем, то есть вы отвечаете индивидуально на все вопросы, лично заданные, то есть и что касается вам, Риме, Ирине. То есть все ведут индивидуальную работу. Нет таких общих ответов на все вопросы. Вот это мне очень нравится. То есть в любом случае на курсе прорабатывается все очень глубоко, так скажем, и добросовестно. Ну, мы стараемся. Мы стараемся. А вот, допустим, на курсе есть часть рефлексологии. Как вот она вам зашла? Ой, по рефлексологии вообще отдельная тема. То есть это очень интересная тема. Меня она очень заинтересовала. Что, какую даете вы, Ольга, информацию, испробовав на себе и на дочке, что касается женских органов, да, это, вот. То есть результат, я не скажу, что мы там что-то уже исправили, но мы хотя бы поняли, в чем у нас дело, в чем загвоздка, и как над этим работать, и как можно себе самим же помочь. То есть не надо никуда бежать, кого-то просить. То есть вы даете такие техники, которые мы можем сделать сами. Вот, да. И так по каждому как бы центру, ну, очень интересно. И я еще узнала, что получается. Ну, как вот задания по рефлексологии, которые вы даете, они относятся, то есть каждая точка, ну, или чакра, так скажем, то есть она отвечает за какие-то органы, за какие-то чувства, за что-то, ну, такое вот нужное, и разобравшись с вами на вот этом занятии по рефлексологии, понимаешь, где у тебя что не так. И самое интересное, что вы опять же даете информацию о том, как от этого избавиться, что от этого почиститься, убраться и стать, ну, как более здоровой. Осознанной, да? То есть мы поднимаемся, вот курс построен таким образом, что мы поднимаемся от ног, да, от первой чакры до далее, да, до, ну, в крайнем, в принципе, в нашем курсе четвертая чакра, мы поднимемся до центра любви и так далее. Очень классно, очень классно. Какие уже, ну вот, в принципе, вы чуть-чуть уже сказали о результатах, а, допустим, вот, а что насчет техники установка дня? Только мы сейчас не рассказываем саму технику, да? Для тех, кто хочет прийти на курс, узнаете уже на курсе. Скажите, вот как, допустим, вот возьмите вот сейчас один день, да, вот, и возьмите день, который не с нашим курсом, и просто сравните, вот есть какое-то различие, вот это же нужно, ну, наверное, интересный момент. Я так надеюсь, то есть это была моя именно цель создать, наша цель с моим экспертом Римой, создать именно такие возможности повышения энергии, вибраций, да, развития других возможностей во всех областях жизни. И вот именно вот всунуть, скажем так, человека в этот энергетический поток этих возможностей. Ну да, разница, конечно, очень большая по сравнению с тем, что мы проживаем как бы просто день, не зная ни установки дня, не зная, как можно повысить вибрации. То есть когда мы выполняем ваши рекомендации, то есть ваши команды, день проходит более легко. И с помощью установки дня получается сделать больше, даже не то, что больше, а именно то, что ты себе запланировал, ты это делаешь 100% и легко. То есть и получается, что как бы вот тебя ведут, и ты делаешь ровно то, что ты себе наметил, ни вправо, ни влево. То есть если ты хочешь куда-то увильнуть, вот, то не дают этого сделать. То есть тебя все равно ведут к тому, что ты должен сделать. Вот. И получается, что день проходит намного
как бы по энергетике так высоко, складно, так, как хочется, чтобы было всегда. Вот. А вообще, вот сейчас у нас третья неделя, то есть в результате вот этих техник полученных, есть какое-то ощущение прибавления энергии? Ну да, она получается, энергия приходит с самого начала дня, когда делаем йогу, когда делаем йогу, да, с Ириной. Правда, вот. Потом мы делаем установку дня, то есть это все как-то так взбадривает на весь день. И дальше проходим занятия с вами, с Римой, и все вот это идет на повышение, повышение, то есть чувствуешь себя намного лучше. То есть что-то меняется, даже чувствуется вот вокруг тебя, что что-то происходит такое хорошее. Класс. Класс. Что бы вы посоветовали, Оксана, что бы вы посоветовали вот тем слушателям, которые сейчас вот, они как бы, да, посмотрели, допустим, какой-то пример, да, нашего одного дня и какие-то видео, и они думают, брать курс, не брать, иногда денег не хватает, да, иногда думаешь, там, набрал кучу курсов, времени не хватает. Вот, что бы вы посоветовали этим людям? Ну, я посоветовала бы обязательно попасть на ваш курс. Мне просто есть с чем сравнивать. Я была не на одном курсе. То есть ваш курс приносит больше пользы лишь только потому, что мы работаем над собой сами. То есть над нами волшебник не работает, таблеток нам никаких не дают, то есть ничего такого не придумывают. То есть все в наших руках. Если мы хотим что-то поменять, изменить, то это только мы сами можем сделать. Никакая бабушка, никакая там ясновидящая ничего за нас сделать не сможет. И мне нравится, что вот эти техники, которые вы даете, они, ну, их запоминаешь, и ими можно пользоваться в любое время. Вот это мне нравится. А то, что там другие курсы, получается, там много дают психологии, а психологию можно в книжке прочитать. А то, что даете вы, этого в книжке не прочитаешь. О, спасибо. Хорошо, огромное спасибо и, как говорится, за работу, потому что это только у нас третья неделя, впереди у нас еще одна неделя, четвертая, мы поднимемся выше и, естественно, работаем дальше. Окей. Спасибо. Для тех, кто думает взять курс, не взять курс, в принципе, вот Оксана очень здорово сказала, я добавлю только то, что наша команда, наша слаженная команда дает действительно обратную связь. Это не какая-то автоматическая связь, а действительно связь именно индивидуальная с вами, индивидуальная поддержка. И курс, в принципе, сделан также таким образом, что вы можете еще выбрать пакет, где есть 4 встречи, вот как мы сейчас, да, встретились, 4 индивидуальные встречи именно с группой в энергетике. То есть я уже смотрю, какие запросы есть у группы, да, и, естественно, вхожу в энергию и запрашиваю, что я еще могу дать дополнительно к этому курсу. И мы прорабатываем, естественно, те техники, которые уже были даны, да, где уже были проработаны в индивидуальном порядке. Также мы их прорабатываем уже лично со мной, либо с Римой. Так что приходите. Да, не пожалеете. Вас обнимет энергия и... Наша задача именно научить вас техникам, которые вы действительно будете использовать во всех областях жизни. Будь то финансы, будь то отношения, будь то именно духовное саморазвитие, будь то ваше здоровье. Вот таким образом мы и скомповали курс.
Жду. Заказывайте. До встречи.